В принципе, я так скажу, что по первому тайму, в принципе, о чем мы говорили с ребятами, они с первых минут это выполняли. Значит, забили гол, но в конце первого тайма, я еще раз говорю, эти ошибки из центральной зоны, значит, допустили ошибку. В принципе, и она у команды «Динамо Ставрополь», они вот этим голом, значит, до этого были тоже такие же, раза три они пытались также выйти. Ну и в итоге вот с третьего раза у них это получилось. Игроки смещаются в центр, из глубины делают передачу за спину нашим защитникам. Ну, невнимательно сыграли защитники в центральной зоне. Значит, получили, значит, гол. Ну, не справились, я думаю, что и с началом второго тайма не справились. Было видно, что первые где-то минут 7-10 мы стали почему-то слишком прижиматься к своей штрафной. Ну и я еще раз говорю, выигрывает та команда, которая в футболе делает меньше ошибок. К сожалению, мы сегодня допустили, особенно во втором тайме, я скажу эти ошибки, думаю, ну точно на игре. 4-5, если все суммировать, думаю, это в общем-то получилось, как на 4-5 игр мы столько ошибок не делаем, сколько допустили сегодня. Оценивая игру, игра, конечно, вот такие игры, они хорошие для болельщиков. Когда смотришь, атака, туда, до последней минуты идет борьба, а до должной лани мы и готовились, мы знали, что команда боевая, молодая, борется до последней минуты. Я смотрел их матчи, победную игру, когда они дома обыграли одного из лидеров 3-0, команда... Ну да, и на сборах, когда они играли, все говорили, что команда такая, вроде как нельзя к ним относиться. Ну это всю жизнь было, такие дерби южные, они все время, команда Алании все время, школа хорошая, детская школа хорошо работает, воспитанники у них везде играют, во всех лигах. Поэтому Алания очень приличная команда, очень приличная. И что удалось забить 4 мяча, вот это хорошо, что удалось. А то у нас в последнее время 3 не хватает для победы. Ведя 3-0, мы играем 3-3. И тут вот тоже немножко началось. Ну, правда, тут волевая. Там, правда, не видно, Юрий Николаевич снял. Посмотреть хотел, просто большой разрыв.